Топ-5 ошибок Фокса. Первое место. Заявить, что ушей лушая, нет никакого лора. И да, серьезно, до меня кто-то, а точнее Лехнбнчелнка, докопался и заявил, что Бош, Фокс, ушей лушая, есть лор. И я до сих пор считаю, что нет, у грёбаного ходящего маленького синего котика не может быть лора. Ну, внезапно я обнаружил вот это вот. И понял, что я упустил что-то невероятно масштабное и совершил ошибку. Как сказал Асхотус, я не шарю за лор Шейлушая. Я не планировал записывать это видео, но я обязан зашарить за лор Шейлушая. Тем более, что этот лор с моего любимого канала под названием Бен Брос, на котором просто вот лучшие шейлушейные видео. И, боже, ну вот опять просто рэп от Эминема. Тут даже нейросеть не поможет. Он принес какой-то синий соус. Это сиквел для розового соуса. Розовый соус был связан с женщинами, а этот с мужчинами. Он еще не заапрувлен никакими корпорациями. И даже моим другом из Walmart. Боже мой, почему так много слов в секунду? Можно чуть помедленнее? Можно. Чё я бомблю-то? Вот. 0.25. Окей. Давай-ка мы тебя этим покормим. Вот это моя скорость. Вот так вот хорошо. И он собирается вылить этот соус на кошачий корм. Боже, какой ужасный звук. Я как будто бы окунул свою голову в унитаз и начал принимать прямо в унитазе послание вселенной в свой мозг. Вот примерно так ощущается этот звук. Ладно, давайте вернем нормальную скорость. Сейчас он должен накормить своего кота Феликса, а он пока пойдет примет душ. Он, наверное, сказал, не ешь это, котик. Ну, котик как начал жрать и как посинел. И как превратился через 15 минут, видимо, в Шейлушая. Вот он, лор Шейлушая. Феликс. Наверное, он ушел. О, боже мой, посмотрите-ка на это. Он любит белый соус. Я тоже должен попробовать этот не белый, во-первых, а во-вторых, соус синий. Да, я отупел. С роликами по Шейлушаю. Надо просто смириться. И досмотреть этот ролик до конца. Он тоже решил выпить этот синий соус. Что происходит? Он в гриб... Что? What the fuck? Шейлушай! Спасибо. Просто спасибо. Ладно, там есть и другие ролики под названием Smurf Cat Lore. Может быть, в них будет вот чуть-чуть... больше информации. О, боже мой, нет, не будет. Только один из нас может быть, так сказать, хайповым мемом. Мы живем, мы любим, мы лжем. Ну, вы сами понимаете перевод. Это что, новая серия Наруто? И вот из таких видосов люди познают лор Шейлушая, я правильно понял? Вот те люди, которые мне комментарии оставляли. Что? What the fuck? Ананасовая сова! А кто там у них еще есть? Я думал, есть Шейлушай, есть клубничный слон, и все, аут! Хватит! Откуда взялась ананасовая, мать ее, сова? Боже мой! Я надеюсь, это никак не связано с мемом, где, как говорится, нет времени объяснять. Суй ананас! Следующий видос по лору Шейлушая. Я должен посмотреть все ролики с лором Шейлушая. Здесь у нас спит Смурфик. И этот ролик уже подозрительный. Не забудь лайк поставить. Кстати говоря, вот они шарят. Да, достаешь как бы ножик и говоришь ставить лайк. Все правильно. Джош как бы за это дело шарит. Не правда ли, Джош? Окей, а при чем здесь, собственно говоря, Смурфик и нож? What? И кот? Нет. Нет. Нет, боже мой, пожалуйста, ноу. Какой кошмар. И так типа получился Шейлушай. Smurf Cat Lore. Вау, что за контент с большой буквы Г? Почему-то сразу после просмотра этих роликов в моих рекомендациях попался ролик с названием «Топ-5 редких животных». И первый кадр этого ролика выглядел настолько невероятно качественно, что я не мог пройти мимо. Давайте посмотрим. «Топ-5 редких животных Нумбера Файфа. Луна. Ключи. Макака. Нумеро 4. Акула-конь». Я надеюсь, это не из лора Шейлушая. Нет, опять! Pineapple Oval! Номера 2! Слон!
Клубничный слон. Подписка. Номера one. Сейчас будет Smurf Cat, я правильно угадал? Да, конечно. Smurf Cat, мать его. Все-таки у него есть друзья. Мы выяснили, что есть еще сова. Ну как сова? Ананас. И к ананасу добавилась акула-конь или... Каникула. Каникула — это тема. А вот... Акула-конь, нет! И теперь все мои рекомендации забиты подобными видео. И мне хочется задать только один вопрос. А минусы будут? Нет, конечно, не будут. Вот они, все друзья Шайлушая. Слева направо. Яблочная рыба. Акула-конь. Что? Хлебная лиса. Я знаю, что я хочу теперь поставить на аватарку своего канала. Блин, зачем я назвал свой канал Fox Neo, когда я мог назвать его Fox Bread? Или, кстати, Fox Bread звучит нормально. Вот Бред Fox, в принципе. Описание моего канала в двух словах. Идеально. Дальше кто? Травяная корова. Собственно говоря, сова. И пингвина-пес. Пингвина-пес. Мангоберт, 0,1% встретить ее в реальной жизни. О, боже мой, выглядит это хайпово. Но дальше еще круче. Волтер Кэт. И, конечно же, самые редкие. Стробери Элефант и Смурф Кэт. И ролик причем максимально неожиданно закончился, прям на полуслове. Дальше. Клубничный слон против ананасовой совы против... Хлеба лисы против Смурфкета. Эпичная битва. Мне страшно, а как они будут разговаривать? Ано-на-ана-нано. Вилкум. И тут музыка еще с авторскими правами. Там никакого рэпа нет, если что. А, они меняют музыку, я понял. Я сам треки подберу. Ту-ту-ту-ту-ту. О! Это хайповый трек. Вот это мне прям очень зашло, правда? Я не смогу вам его включить. Но это трек Marshmallow. Вот, вы сами можете послушать. У него классные треки. И у Smurf Cat, очевидно, вы знаете, какой трек там. Велив, велюв, велёй. Фантастика. И на этом канале десятки таких роликов. Вот слева. Рэп-баттл сырной птицы и яблочной рыбы. Фантастика. Невероятно. Здесь еще есть банана-дог. Боже. Едем дальше. Я включил ролик про банана-дога. Боже. О, магад! Против банана-дог. 3, 2, 1. Эпичная рэп-битва. Гоу! Опять я не смогу вам ни хрена включить практически. Невероятно. А почему эти каналы не боятся получить бан за авторские права? О. По-моему, на эту штуку нет авторских прав. Это все. Топ 10 невероятных видео на моем канале. 987 место. Ано, Ана, Вилкум. О май гад! Что же там... будет! Почему мы по космосу путешествуем? На Земле, прямо здесь. Прямо в Африке. Прямо в лесу. Прямо в поле. Находится он. Но. Да. Кстати говоря, на канале с нашим любимым мини-амогусом вышло видео с друзьями с... Смурф Кэта! Он из него решил смузи приготовить. Еще и с отсылкой на Undertale. Это не перфект, еще натворил. What the fuck? Я думал, сейчас будет отсылка на Спанч Боба. Он реально готовит... Нет! 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 Ну, вы избавили мир от него. Боже, нет, только не лиса. Пожалуйста, не делай из лисы сэндвич, я тебя умоляю. А. Сделай с него краш бандикута. Банана дог, сидеть. Стоять. What? Боже, гениальный ролик. Столько отсылок за секунду. Сейчас он просто выйдет за кадр. Что происходит? Сейчас он найдет Шайлушая. Шайлушай сам его нашел. Окей, я официально заявляю, что тренд с Шайлушаем вышел из-под контроля. Нам нужны какие-то контролирующие органы по трендам и мемам, которые не допустят вот этого. Это перебор! Хватит! Ладно, это не остановить. Это безумие. Это конец. Это конец трендом этого года. Настало время вернуться в мир, где бы живем, бы любим и бы ссоримся. Почему-то третья серия, хоть и первых двух, даже не было. Дело было во Франции. И что же там происходило? Дорогой, я чувствую себя такой счастливой в Париже. Да, он что здесь забыл? Ладно, я так рад, что тебе здесь нравится. Ну хорошо, дорогая, стой здесь и попозируй. Давай я сделаю фоточку. Окей, дорогуша.
Тараканы пришли в Париж внезапно. О боже, что они здесь делают? Эй, малыш, ты куда? Тараканы, французы, а так... Туристку. Вас. Я думал, будет ролик про багет. Париж, я чувствую радость, когда прибыл сюда. А еще у меня, видимо, вместо мозга уже алиэкспрессный переводчик, судя по качеству моего перевода в этом ролике. Слушайте сюда, моя армия. Теперь мы должны уничтожить, видимо, всех букашек в Париже и распространиться по всей Европе. Они такие, хорошо, ассир. Это невозможно. Боже, Шейлушай художник. А ты кто такой? Бонжур. Для меня лучшего, видимо, художника Парижа, который стоит здесь и рисует Эйфелеву башню. Я начинаю понимать, что на улице развелось слишком много, видимо, всяких тараканов, и нужно избавить улицы от них. Сегодня день дезинфекции с помощью моей кисточки. Ты, ублюдок, давайте мы его уничтожим, и начинается невероятная битва. Все-таки это ролик про борьбу опять. Третья серия ролика про борьбу. Теперь ваш ход. Почему они... по ходам дерутся. Ладно, я просто смирюсь, я просто досмотрю это. Боевые искусства. Он научил их искусствам с помощью кисти, а теперь научит их боевым искусствам. Боже, какая игра слов невероятная. Офигеть. Вау. Заметьте, что это все в одной локации происходит. Аниматор этого, он гений, я считаю. Ему нужно дать Оскар, как минимум. Невероятные концовки. Вниз. Они еще рекламу запихнули. Я даже это вырезать не буду. Я отдам дань уважения автору. Спасибо вам всем. Они смогли защитить Париж от этих сраных жуков. Вау. Просто вау. У него есть еще один ролик про Шейлушая. Ты ведь хотел мне сказать именно об этом, не правда ли? Мы жили, мы любили, мы сбежали. Из дурдома, конечно же. Я все-таки решил включить нейросеть для перевода этих роликов. И это самый подозрительный зоопарк в мире. В этом зоопарке Сус действительно много удивительных животных. Сус. Я правильно понимаю Джейдена. В этом зоопарке Сус Вагая собраны редкие животные со всего мира. Ты путешествуешь по всему миру. Но почему они покидают свой родной город и собираются здесь? Потому что их сюда привозят. Вот так все просто. Дети проявляют интерес к животным и с удовольствием наблюдают за ними. Ты видишь всех этих детей вон там. Дети, в том числе и ты, действительно интересуются животными. Именно поэтому... Какой милый ролик. Пока что. О, я вижу папу. Кстати, эта птица такая огромная. Почему этот канал так зациклен на этой птице? У него уже второй ролик по этой птице, при этом я не видел ни одного мема, ни зарубежного, ни нашего, в котором упоминается эта птица. Они как будто создают тренды из ничего. Вот они придумали какую-то тупую птицу и начали ее форсить зачем-то. И вот гарантирую, что через пару недель форсов все вы будете зачем-то пересылать эту птицу. Это бессмысленно. И мне потом кто-то напишет: Фокс, ну ты, конечно, да. Бош, ну у нее же есть лор, камон! Ладно, смотрим дальше. Называют сибирской эрозионной птицей. Ух ты, я так люблю за парк. Вау. Прошло уже 6-9 месяцев с тех пор, как я не видел свою семью дома. Боже, да, видите, у нее есть лор. Я сомневался. Скучаю по своей семье в моем родном городе в Сибири. Когда же люди вернут меня к природе, где я жил раньше? Какая драма. Ты глупый. Жесть. Ты все еще веришь в людей. Они... Даже Шейлушай за решеткой. А, ну вот почему они будут сбегать. Они сбегут как раз таки из зоопарка. Это я сбежал из дурдома, вот оно что. И никогда нас не отпустят. Все слушайте внимательно. Не питайте ложных надежд. Люди, существа... Стоп, там есть новые животные. Там банана-рыба и... дыня-черепаха. Охренеть. Они кричат о достоинстве жизни. Еще луковый паук слева? Что? В среду. Для них достоинство жизни означает просто человеческое достоинство. Вы просто посмотрите даже... на всех этих животных. Еще там какой-то медведь новый. Я его тоже не видел, но я видел мемы с ним. В сердцах и жизнях наших животных. Мы должны вернуться... Здесь даже есть мораль! ...без людей. Но, босс, жизнь без людей здесь невозможна. Да, мы не можем жить здесь своей жизнью. Поэтому мы уходим, мы убегаем и сражаемся. Сегодня вечером мы сбежим из зоопарка. Это шедевр абсолютный, всеобъемлющий.
Нейросетевые амогусы, которые защищают зоопарк от того, чтобы из него не сбежала рыба-банан. Ну вот что может быть лучше? Вот представьте, люди изобрели интернет примерно лет 30-40 назад, и они думали, что мы будем обмениваться знаниями, умнеть, развиваться, эволюционировать. А сегодня я смотрю, как гребаный амогус с гребаным молотом не дает выйти смурфкету из гребаного зоопарка. Что происходит? Система Вау. Безопасности нарушена. Беги. Шедевр. Реально шедевр. Садись в лодку. И кого-то они оставят на берегу. Если кто-то не потянет время, все будут пойманы. Но Шайлушай останется на берегу. Боже! Он выжил, он любил, он сбежал. Мы вместе. А меня зовут Шуш. Шуш. Он был нашим героем. Благодаря ему мы смогли спасти и вернуться в нашу любящую семью. Спасибо тебе. Какой Шуша. Драматичный мы ролик. Мы одни. И ты остаешься. Мы вместе. У меня нет слов. Я пойду и поставлю лайк под этим роликом. И если ты до моего канала не знал вот о таких замечательных роликах, ты должен и мне лайк поставить. Давай мы устроим круговорот лайков в природе. Но я не могу закончить этот ролик адекватно, потому что я неадекватный. Дальше в рекомендациях я увидел вот это. И ох, бой, как же я не хотел смотреть этот ролик, потому что здесь вам и TV Woman, и Камерамен, и Шайлушая. Вау. Как же это странно выглядит. Это не то, чем я хотел заканчивать этот ролик, поэтому на этом этот ролик не закончится. И все, это весь ролик. Он идет буквально 30 секунд. В нем не происходило ничего интересного. Они закончили ролик на том, как упал гребаный попкорн. Это все. Но самое страшное, что когда вы посмотрите этот ролик, в ваших рекомендациях начнется вот что-то совсем неадекватное, и когда вы будете кликать на это неадекватное, вы увидите нечто вот подобное. Ой, мне страшно, ой, мне страшно. Это опять Шайлушая. Так, он играет в приставку. Пока еще не СУС видео. Если будет СУС, я закончу ролик свой. Мгновенно, сразу же. Все, этот ролик официально признан СУС. Всем спасибо за внимание. Лайк, подписка. Увидимся.